Заман Хайрулсун сайгылы серидичилер, сизинен Людмила Новак. Бүгүн биздин программа Эжел Эжел, бул нер Кумраттагы экинчи окулунда программанын кахраманы Анылмыш Гагауз ресимчиси Михаил Арабаджи. Михаил, заман Хайрулсун. Заман Хайрулсун. Михаил, биздин программабыз баалы инсандын эжелинен. Аннатма онун яшамасы үчүн, онун дейжиз ушак вакыты үчүн, сиз да ушакларлан ичинден соро чокил сырадан ишлерсиңиз, сиздин заанадыңыз сонун арлан баалы. Биз таан истерис ачыклама инсаны беле тараптан. Онун ушаклы, онун генчли, онун да бүгүнкү заманы. Да бундан хепсинден топланыр онун эжели. Михаил, буйрун, аннадын, сизин ушак вакытыңыз, ачан чевирленерсин соо узак вакытлара, не эмгилип келер акылыңыза? Сегодня я вот смотрю на своих учеников и сравниваю те годы, когда я получал знания в таком же возрасте примерно, как они сегодня. Другое было время, может, чуть суровее, так как я обучался в специализированном школе-интернат с 11 лет обучения, 7 лет обучения был. И знаете, сегодня просто время очень быстро продвигается. Учебный процесс все равно как бы остается, принцип учебного процесса остается тот же, который и был, когда я обучался. Детство мое, сказать, оно и прошло в стенах учебного заведения Кишиневской республиканской среднеспециальной художественной школе, интернатом тогда, сейчас колледж Виеру. 7 лет обучения, наверное, дали те знания, тот фундамент, который мне по сей день и пригодился. Обучаясь в художественной школе, я уже как бы знал о будущей своей профессии. Сегодня мне легко работать с детьми. Почему? Потому что вот эти вот 7 лет под присмотром учителей, воспитателей дали мне такой хороший заряд и импульс знаний, и чтобы я мог сегодня, независимо от какого времени мы живем, суметь работать с детьми. Вы знаете, вот хорошо, с одной стороны, что мы со своей специальностью к детям подходим не только как педагоги по специальности рисунка, живописи, там, композиции, а как и психологи. Скажу почему, потому что дети очень разные сегодня. Тогда, в те годы, мне казалось, что нам проще вот, уживаться с ребятами. Почему? Потому что казалось нам, что мы все одинаковые. А сегодня я хочу сказать, что у нас такое продвижение происходит, движение, то есть от общего к частному. Почему? Потому что дети – это класс, а частное – это индивидуально каждый ученик. И каждому ученику действительно надо подходить по-разному. Они все разные, они по-разному на мир смотрят. Хотя сегодня, как говорится, технологии современные отвлекают их на это, я считаю. Но они очень разные. Разные, может, не только возрастом, но и подготовленностью. Вот, именно к получению. Да, от какой среды, находится ребенок, воспитывается, растет. Но наша задача вот найти ту золотую середину общения с ребенком, дабы, чтобы он получил те знания, которые мы даем ему в стенах школы художественной. Почему? Потому что если в домах творчества, там ребенку дают больше как бы воли на самовыражение, здесь мы их ставим в какие-то рамки для того, чтобы они получали знания. Может, им немножко вначале тяжело приходится,
Но мы постепенно даем им понять, что это в дальнейшем в жизни может пригодиться им в дальнейшей жизни, вот эти вот приобретенные специальности. Скажите, вот если возвращаться непосредственно в ваше детство, вы говорите, что с 10 лет стали обучаться в художественной школе. А как вы там оказались? Потому что задатки, творческие задатки, как правило, их можно заметить даже у некоторых детей, наверное, ну, может быть, не с первого года жизни, но с очень-очень раннего возраста. Вы как почувствовали, или ваши родители почувствовали, что у вас вот близко к душе именно творчество, непосредственно рисование? Сказать честно, тяжеловато было. Почему? Потому что в те годы шел такой отбор. Я первый выпуск этой школы. О каком периоде мы говорим? 69-70 учебный год. Это после окончания 4 лет обучения здесь, в школе. В сентябре месяце нас поехало трое ребят с комрадом, с родителями сдавать экзамен. Почему? Потому что просто так принять, наверное, невозможно было. Желающих, наверное, было очень много. И вот с комрадом нас выбрали троих ребят. Мы сдали. С этого момента. Как вы до этой ступени дошли? Как родители почувствовали, вовремя почувствовали? Ведь это важно, родители вовремя распознать талант ребенка. К чему его тянет? Дело в том, что у нас предмет рисования был в школе. И, возможно, педагоги по рисованию заметили это во мне. И плюс еще после 4 класса, летние каникулы, я посещал Дом пионеров. А там был как раз кружок вот, рисования. И, может, вот это вот вселило в меня, наверное, большую силу придало. Почему бы и не попробовать? И тогда, в те годы, художник, специальность художника, это было редкостью. Я вспоминаю вот Дмитрия Ивановича, Царство Небесное, это он тогда по приказу Министерства культуры в месте проживания, где проживал художник, чтобы подыскивал ребят талантливых, типа тогда так талантливых, способных, и чтобы для учебы в Кишиневе. И вот он, наверное, скорее всего, выбрал несколько человек, наверное, со школ обходил и... Скорее всего, так оно и было. Но сказать, что мои родители так жаждали отдавать меня на учебу, нет. Почему? Как раз таки в то время, как вы отметили, правильно отметили, что ну, профессия художник, как-то к ней относились... Поверхностно, совершенно несерьезно, что ли. Да. Поэтому вот ваши родители, получается, у вас настолько были доверительные отношения, что они поверили в ваши силы, в ваш талант, и не сказали: летнее время, помоги лучше нам по дому. Вот это как раз иди вперед и учись. Было причиной, что меня несколько раз приезжали родители забирать с художественной школы. Но воспитатели настаивали на том, чтобы оставить, потому что якобы они делают большую ошибку, если не дадут мне дальше продолжать учебу в художественной школе. Было такое, было, но я стараюсь это уже как бы не повторять, потому что действительно чуть ли не прятался, чтобы не уезжать домой. Ну, нравилось. Наверное, скорее всего, вот это учителя. Потенциал заметили. Конечно. Учителя, педагоги у нас были прекрасные. Это, наверное, время, которое мы до сих пор вспоминаем. Они очень нами дорожили, старались все свои знания, которыми они располагали, давать детям. И мы привязаны были к преподавателям. Они для нас были родителями. Почему? Потому что наши родители оставались дома. И вот представьте себе, семья садится, и нету старшего. Сколько у вас детей было в семье? У нас трое, две сестры еще у меня, кроме меня. Ну, художественно мальчик. Только мальчик вы увлеклись? Да, вот представьте себе, что даже в родословной я вот думал, может, кто-то по специальности близко, родственный какой-то владел. Нет, ну, наверное, Юкардан так сверху было дано. Первые знания, первые азы, первые правила
можно сказать, академические правила по правильному рисованию вы получаете в Кишиневе? Совершенно верно. Именно ту грамоту, которая мне сегодня позволяет работать, это я получал от своих педагогов. У нас действительно была плеяда знаменитостей. Могу назвать, кто преподаватель у меня. Ершов Иван Степанович, потом Вьеру Игорь Дмитриевич. Преподавали в нашей школе, правда, в молдавской группе. Я уже перешел в русскую группу. Романеску Леонора Дмитриевна. Колобняк Алексей Афанасьевич. Это художники своего времени. Они все были с хорошим, отличным даже образованием. Тогда Советский Союз был. Они обучались в вузах СССР тогда. И грамота у них действительно была очень на высоком уровне. И вот это вот, ихние знания переходили к нам. А сегодня мы стараемся те знания, которыми мы владеем, уже вкладывать в наших детей, Михаил, детей и вот учеников. Вы свою жизнь связали с художеством, с рисованием, с, можно сказать, прекрасным, да? Вся ваша жизнь наряду с этим. Ваши одноклассники на сегодняшний день, общаетесь ли хотя бы с некоторыми уже, знаете, как время идет, кто-то уезжает, у каждого своя судьба. Доводилось ли общаться с одноклассниками? И есть ли большинство ли из них точно так же, как и вы, связали свою жизнь с изобразительным искусством? Хороший вопрос. И как бы я всегда анализировал, почему выходили всегда со стен школы, как бы специальность, уже приобретенная специальность, только продолжали заниматься. Нет, оказывается, не все процентов, ну, наверное, 40-50 стали в дальнейшем после школы профессионально заниматься изобразительным искусством. И, ну, сейчас интернет есть, мы переписываемся, иногда лайкуем произведения друг друга, рассматриваем в интернете. Первые годы мы еще общались, встречались, как говорится, время было другое, можно было легче ездить, находить друг друга, а сейчас немножко сложнее. Но есть, я говорю, интернет, с помощью интернета мы связываемся, там пару фраз перекидываемся, как дела, как творчество. Но видим и работы. Многие из нас свои работы в Facebook сбрасывают, там. Мы видим про творчество друг друга, как бы мы в курсе дела. Детство, отрочество и юность – это настолько разная пора и настолько разные у большинства интересы, и настолько они меняются кардинально, что человек может в детстве хотеть, скажем, стать космонавтом, а когда он вырастет, у него совсем другие мечты. У вас, Михаил, поменялись ли мечты? Вот в детстве вы увлекались изобразительным искусством. Долгое время находились в Кишиневе, обучаясь в специализированной школе. Получали эти невосполнимые знания, ценные знания, которые с вами и по сей день. У вас что-либо изменилось уже, когда вы перешли в другую возрастную категорию? Было бы, наверное, глупо, получив такие знания, такой опыт, перестать заниматься своим любимым делом. Почему я старался и в дальнейшем после окончания попробовать поступить в вуз? Первая попытка после окончания школы у меня не получилась. Потом служба в рядах армии. И после армии я старался заниматься, деятельность моя трудовая была очень на границе, как говорится, с изобразительным искусством. Я работал много лет в рекламной сфере, в рекламной художественной мастерской. И вот в 85-м году я уже как бы чувствую себя, что годы проходят, но мне надо знания еще приобрести. Я попробовал и поступил в Украинский полиграфический институт, город Львов. И в дальнейшем опять как бы второе дыхание во мне открылось, и я понял, что я смогу укрепить свои знания, полученные в художественной школе, и
Действительно, я убедился, что знания помогли мне. Почему? Потому что и вуз, вот эти вот почти 6 лет, 5,5 лет обучения мне давались легко. Единственное, что было, это надо было на сессии весеннюю, осеннюю ездить. Но я продолжал и работать, и творчески развиваться. И в 91-м защитил диплом отлично, и, как говорится, творчество не покидало меня. Не скучно ли было в стенах университета? Ведь это графика, это чертежи, это все серьезно, а тут немножечко другое. Это фантазия, это действительно полет фантазии, да? Вот что вам кажется, вы то и переносите на холст. Знаете, вот, наверное, все вот эти вот мои... То есть отвлечение, то на рекламу, то в жизни это все пригодилось. Приходилось, например, самому где-то что-то придумывать, эмблемы разрабатывать. Это мне давалось легко. Почему? Потому что вот этот багаж знаний, который, начиная с художественной школы, у нас там даже был предмет основы оформления, художественного оформления. И были педагоги, которые нас, как бы, зная о том, что наш жизненный путь будет какой-то разнообразный, давали вот эти вот первые навыки оформления. Если бы у вас не было этой базы художественной школы, а другие ваши однокурсники, все ли имели такую базу? Сложно ли было? Ну, наверное, те, кто дальше пошел обучаться, наверное, получали. Почему? Потому что в те годы еще многие заканчивали, когда Советский Союз, в вузы можно было поступать не так сложно было, сдал знаниями, за счет знаний мог поступить. И впоследствии мы знаем, ну как, общаясь, встречаясь, я знал, что многие в Прибалтике заканчивали, многие заканчивали российские вузы. И я уверен, те художники, которые, то есть сегодня они уже настоящие художники-профессионалы, наверное, проходили все вот эти этапы. Почему? Потому что дожить до сегодняшнего дня и не оставлять не свою специальность, вот, которую выбрал с детства, это дорогого стоит. Наверное, не решился бы никто проводить над собой эксперименты. А вот я оставлю эту специальность и перейду, займусь чем-то другим. Мне кажется, это просто несерьезно. Один мой товарищ всегда говорил: делай всегда то, что у тебя хорошо получается. Не смотри на упреки, там кто-либо скажет, что не так. Если чувствуешь себе, что это у тебя хорошо получается, значит, должен и дальше как бы продолжать это дело. 90-е годы, нелегкие годы, наверное, для всех. Можно сказать, вы поступили в Советском Союзе, завершили уже... На развале Советского Союза. Такой рубежный момент, поэтому да, рубеж. какой вы для себя далее путь выбираете, завершив, уже имея корочку на руках, имея диплом специалиста высшего учебного заведения, куда идет ваш путь? Все равно я оставался на весы, как говорится. Всегда искал такой путь, который давал бы мне право выживать, в какой бы ситуации ни было. Ну, если вы помните, я не знаю, но 90-е, конец 90-х, начало 90-х, бум был на роспись церквей, открывались церкви православные. И я в одно время действительно увлекся иконописью. И это пришлось... Ну, знания живописи позволяли мне это делать. И вот это вот позволяло даже как-то зарабатывать на этом и не переходить. Многие художники в то время, наверное, как рассказывают, и картошкой торговали на рынке, лишь бы, чтобы заработать, чтобы не удариться во что-то другое, чтобы не было апатии, раздубить специальности, потому что годы как-никак отданы любимому делу. Иконопись – это очень еще и ответственное дело. Специфичное и ответственное. Очень, такие штрихи, такие моменты. Скажите, как вам еще, как это удавалось? Вы для себя изучили что-то новое? Или это же особенная техника. Вы рисовали иконы, писали, можно сказать, иконы, либо это были церкви, стены? Что это было? И то, и другое. Было исполнение и икон, и роспись стен храмов. Первый храм у нас был Камрадский, когда только-только открылся, 88-89 год. Мы с товарищем...
Центральный Иоанна Предтечи? Да, да. Мы два купола там, ну, под сводами купола, внутренние части расписывали. Правда, сейчас после нас уже поменяли и роспись стены, и наружную часть. Потом вторая работа была с товарищем у меня, Бешелминская церковь сельская. Ну, сейчас тоже после нас уже расписали, наверное, где-то лет 25 были наши, именно нашими руками созданы работы. Ну и параллельно заказывали, ну, это как бы в частном порядке, заказывали иконы. Люди, вот, допустим, жертвовали церкви, собирались там и дарили церкви определенную икону, которая отсутствовала в те годы. Она же только открывалась в 88-89, и стены были пусты, и вот надо было чем-то заполнять. Лики каких святых вам пришлось? И групповые были по два святителя, но старались одинаковый размер, как сейчас помню, 1,25 м на 70, вот такие вот. Но есть в Камрадском соборе, сохранились до сих пор еще есть иконы, написанные мною. Потом в Александровку монастырь, уже не вспомнить. Скажите, бывая в нашей церкви и видя свои работы, ностальгия возвращается? Бывает, да. Бывает иногда, думаешь, как же, вроде и сейчас, как бы имея такой большой багаж опыта, а тогда мне казалось, что не настолько я, но делал скрупулезно, очень старался. Почему? Потому что я всегда говорил, даже спор был с товарищем у меня. Надо делать на потребу дня. Я говорил, нет, не надо на потребу дня. Надо делать, проявляя все свои знания и мастерство. Почему? Потому что придет человек, допустим, человеку, который не понимает, он согласится с этой иконой, как ты нарисовал. Но придет специалист, он скажет, что что за человек такой создал такую неприятную икону. Вот иконы, они, это такой специфичный, повторяюсь, заказ, где даже приходилось процедуру причащаться. Почему? Потому что это работа не получилась. Это была душевная, да, подготовка. Да, совершенно верно, подготовка и внутренняя, и моральная. И... Это вам самим хотелось это делать? Либо нет, это были определенные канон, правила? Это были правила, каноны церковные, и приходилось следовать им. Почему? Потому что если пытаешься там как-то приловчиться, пройти мимо, не получалась работа, но не шла. Вот непонятно, какое силы. Все-таки духовное было связано. Конечно, оно придавало, ускоряло твою работу и качество работы. 90-е годы позади, сложное время прошло, люди надеются на лучшее, и приходит лучшее время. Как у вас жизнь продлилась? Сколько у вас этот период длился, церковный, скажем так, писание икон? И что было дальше? Что было дальше? Благодаря тому, что знания есть, опыт есть, я выставлялись. В 92-м году образовался Союз художников в Гагаузии. И знаете, это еще одна, как бы, дорога, которая позволяла нам, художникам, в первую очередь объединиться, выработать свою стратегию, свое видение развития изобразительного искусства в Гагаузии. И, наверное, вот это вот стимулировало нас работать. Мы работали творчески и выставлялись и здесь, начали здесь, в Кишиневе, в Приднестровье, а потом начали выезжать в Турецкую Республику. Сколько у вас было членов Союза? Вначале было, наверное, человек 8-9, потом увеличилось количество. Сейчас у нас два союза, и мы автономно работаем, и тот союз, и наш. Предпосылками его создания что стало? Это необходимость была? Необходимость была сохраниться. Сохраниться, почему? Потому что у нас было тогда несколько человек с высшим образованием, и мы видели себя в творчестве, мы видели себя как и художники, и поэтому, видя вот это то, что происходит за пределами наших мастерских, что происходит, мы решили объединиться. Почему? Потому что, наверное, в коллективе легче пережить трудности житейские. И нас заметили за границей. Первый консул
Республики Турция, Енер Арат, помог нам, как говорится, гагаузских художников, чтобы узнали и в Турции. И вот наши регулярные выставки, начиная с 95-го года, они были выездные, мы работали только на то, чтобы о нас знали, у нас принимали в галереях, мы побывали в Анкаре, в Измире с выставками. Вот это вот еще одна, как говорится, полоса моей биографии житейской. Скажите, вот каждого человека, наверное, поддерживает, да и у многих желание такое, чтобы был крепкий тыл за спиной. И принято считать, что насколько он крепче, настолько и удачливее складывается жизнь, и все те начинания, которые мы ставим, и цели, которые мы ставим перед собой. Ваша семья как относилась к вашему творчеству, к вашей профессии выбранной? И близка ли она тоже настолько близка именно к творчеству, как и вы сами? Либо они другие имеют какие-то увлечения? Сыновья у меня заканчивали один музыкальную школу, другой художественную школу, но по моим стопам не решились, наверное, скорее всего, повторить. Хотя моя семья всегда была мне, служила подспорьем. Семья была та спина, которая, стена, которая защищала меня с тыла. Я творчество не бросал. Почему? Потому что я знал, что семья у меня крепкая, хорошая, меня поддерживает всегда. И понимает, что это для вас очень важно. Да, совершенно верно. И всегда... как брали на себя часть моих обязанностей домашних, брали на себя ради того, чтобы я мог давая подготовиться. Вам возможность творить. Да, совершенно верно. Почему? Потому что даже в то время, когда учеба в институте, действительно времена были не такие уж тяжелые, и приходилось оставлять семью и уезжать на сессию. Ну, они давали мне возможность. Давали возможность мне обучиться, продолжать свое любимое дело. А сегодня результатом я делюсь со своими детьми. Я благодарю вас, Михаил, за участие в нашей программе, за то, что вы согласились раскрыть нам часть своей души, частичку, и рассказать о своей жизни. Спасибо, о действительно интересной жизни известного гагаузского художника Михаила Арабаджи. Напоминаю, что у нас в гостях был известный гагаузский художник Михаил Арабаджи. Уважаемые телезрители, мы на этом с вами прощаемся. Оставайтесь с нами на канале ГРТ.